несмотря на то, что погода не очень теплая, даже не летняя, на улице люди, которые спокойно идут. Человек залез в воду. Сейчас я к нему подойду, и мы у него спросим, кто он, что он, что он здесь делает. Тепло и видно, встречаем людей, которые купаются зимой в океане. Не подскажете, как водичка? Водичка прекрасная. Здорово. А вы морж, да? Да. Да? Я здесь нет. А как вас зовут? Альберт. Альберт. Альберт, а вы давно в США? А? В США давно? 15 лет. 15 лет здесь живете, в Бруклине, на Брайтон-Бич. Ну и как вам нравится США? Если бы вам предложили вернуться обратно в СНГ, вернулись бы? Нет. Спасибо. Привет из Бруклина. Здесь рай. Да, здесь рай, это точно. Спасибо.